Нефть дешевеет, рубль дорожает. Ведущие экономисты страны заявляют, что деревянный наконец-то оторвался от нефтяных котировок. Свидетельство тому, последние 4 месяца он продемонстрировал рост на 26%. Некоторые чиновники и эксперты увидели в этом риск надувания так называемого спекулятивного пузыря. Если он лопнет, российскую валюту может ждать обвал. Но это всего лишь предположение, а значит, и переживать пока рано. Экономисты связывают такое переукрепление рубля с внезапным возросшим интересом западных инвесторов к российским ценным бумагам и предприятиям. Дело в том, что вся отечественная финансовая система, впрочем, как и во многих других странах, держится на спекулятивной схеме carry trade. Экономисты объясняют, что суть ее состоит в заработке на разнице процентных ставок в тех или иных странах. Игроку выгодно занимать там, где ставки комфортные, и вкладывать деньги в ту страну, где проценты высокие. Отмечу, что в Европе ставки низкие, в России относительно высокие. Если мы посмотрим на рынок России, то у нас здесь обращает на себя внимание высокая ключевая ставка на фоне достаточно низкой инфляции. То есть у нас ставка ключевая 9,75%, а инфляция 4,3% вот, по итогам марта месяца. Это просто сразу говорит нам о том, что есть потенциальная возможность обеспечить себе высокую реальную доходность. И иностранные инвесторы это видят и приходят на наш рынок. Соответственно, возникает избыточный спрос на рубль и, в свою очередь, избыточное предложение долларов. Эксперты предполагают, что уже в июне ситуация резко может измениться, рубль переукреплен. Вкладывать в него иностранным спекулянтам становится невыгодно. Поэтому, скорее всего, в начале лета они постепенно будут искать новые страны, куда им интересно будет вкладывать деньги. На этом фоне эксперты прогнозируют укрепление доллара. Предположительно, он будет стоить до 63 рублей. С одной стороны, сильный рубль невыгоден крупным отечественным предприятиям, таким как «Газпром», «Норильский никель», «Роснефть», поскольку российская экономика экспортоориентированная, и все мировые продажи производятся в основном в американской валюте. Соответственно, отечественным предприятиям-гигантам выгодно продавать свое сырье за дорогой доллар. От этого в плюсе и государство. Чем больше прибыль корпорации, тем больше налогов идет в казну. Однако простые обыватели никакой выгоды от этого не обнаружат. Эксперты подтверждают, что вне зависимости от силы рубля цены продолжают расти. Цены растут, потому что у нас экономика достаточно монополизированная. То есть цены растут, потому что нет такой конкуренции, которая могла бы быть. Понимаете, после того, как мы наблюдали неоднократный, непредвиденный рост курса доллара, многие, я думаю, торговцы, они просто уже закладывают текущие цены, потенциальный риск того, что он снова скакнет. Поэтому они не торопятся снижать цены. Вся мировая экономика живет в долларовой системе. Практически все сделки заключаются именно в этой валюте. Соответственно, и ситуация во многих странах схожа. К тому же, с западными странами у России больше товарооборот, чем с восточными, такими как Индия и Иран. И все же эксперты подтверждают, что с каждым годом все чаще звучат предложения начать торговлю в национальных валютах. Мировая экономика постепенно начинает меняться, однако этот процесс долгий и для некоторых стран болезненный. По оценкам экспертов, экономическое переориентирование в России может занять не один десяток лет.